Всем привет! Хочу я снять, пока у меня не закончилось, мои покупки в магазине Дермаколь. Я покупала это в Астраве, в фирменном магазине. И у меня здесь в основном средства по уходу за телом. Вот это я почти уже прикончила. Это лосьон для тела с запахом мандаринов и шампанского. Очень крутой, питательный. Классный. Так, дальше. Дальше у меня тоже средства, которые я практически использовала, это скраб. Скраб вот такой вот. Арома ритуала, они все этой серии. С ревенем и клубникой, я так понимаю. Вот такая вот текстура. Ой, это сахарный скраб. И есть различные запахи. Есть запах арбуза, запах лайма, кофе, шоколада с апельсином. Классный вообще скраб, мне очень понравился, я куплю еще один. Так, вот такое вот жидкое мыло. Это жидкое мыло с запахом арбуза. Хорошенькое мыльце, но я его только вот недавно мы начали использовать. Мне тоже понравилось. А еще у меня есть вот этот вот очень крутой гель для душа с манго. Вообще у этой, у всей серии Aroma Ritual я невозможно было выбрать. То есть все запахи настолько классные, настолько крутые, что очень сложно было выбрать что-то. Вот этот гель для душа с запахом манго, он чуть-чуть поменьше, побольше вернее по объему, чем лосьон, но пенится классно, прозрачненький такой. Ну, достаточно жидкий, но не льется. Хороший, приятный. И тоже я еще, конечно, попробую другие запахи. Мне дали каталог еще в подарок. Вот. Дали мне еще купончик, который я использую. Дермаколь 50 лет. Вот такой журнальчик. Я его тут изучила. А, забыла, да, еще у меня есть тональная основа. Тональный крем. Два в одном. Ну, он слегка тонирующий, гипоаллергенный, все дела. В тоне бисквит. Хорошенький. Вот на руке он у меня. Этот тональный крем легкий. Ну, в общем, все из того, что я купила, мне очень даже понравилось. Я попробую еще что-то. По-моему, мне еще что-то было. Я уже потеряла. Если найду, я покажу обязательно.